Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на сервере Poke World Special. И сейчас, ребята, покажу, что тут изменилось. Сейчас на сервере никого нету, потому что сейчас, можно сказать, поздно, да? Поэтому, ребята, как раз сейчас можно показать, что изменилось, что нового и что, в принципе, добавилось. Арена все же строится на карте, вот немного вы можете посмотреть, что она почти уже стена вот тут достроена. Покебол по центре, ну как бы еще конечно дофига ее строить, но все же есть какие-то изменения. Кстати, Саблей, вот ты нам и нужен. Ребята, ща, давайте вот его убьем. Ух, это долго будет, но давайте-ка мы его убьем. Я вроде, если я помню, ребята, я одного Саблея убил и с него выпало два алмаза, и с этого тоже выпало два алмаза, то есть у нас уже 4 алмаза есть, ребята. И я еще словил Свайнуба. Шайни. Ну, ладно, вот тут у меня немного, хотя нет. Кстати, мне мастербол подарили, но ладно, сейчас давайте посмотрим, ребята, что тут изменилось. Так, там Снорлакс. Вот, я построил такой покецентр, необычный, а можно сказать, немного другой, да, вот, покецентр, вот. Построил как мог, то есть, мне кажется, более-менее такой нормальный. Тут два отделения, можно сказать. Если пойти налево, пойти наверх, то тут обычно для обмена, то есть, сундучок есть, лечение покемонов, трейд-машины, чтобы обмениваться, и все такое, такой уголок, чтобы посидеть, да, поговорить. Ну, пианино тут такое, ради прикола. И вот что еще, ребята, я добавил магазин темок, то есть, действительно, он у нас сейчас есть на сервере. Вот, можно купить любую темку, они, можно сказать, немного дорогие, да, но, хотя как, 15 алмазных коинов, давайте посчитаем, 3 алмазных коина это стак, нет, да, 3 алмазных коина это стак золотых. 6, 2, 9, 3, 12, 4, 15, по сути дела 5 стаков золотых, если так посчитать. За 20 минут где-то мы набили 1,5 стака золотых. Еще нам нужно еще 1,5, потом еще 2 стака. И мы можем купить любую темку. Ну как любую, это... Сейчас, ребята, я сам не знаю, что я хочу сказать. Но, в принципе, вот тут... Это самые главные темки, которые есть, можно сказать, которые самые лучшие. То есть не какие-то там обычные, а которые есть. Также тут можно их продать за немного, два раза меньшую цену, так как, например, вы там убили покемона босса, да, с него там выпала какая-то темка, она вам нафиг не нужна, вы продаете ее за 7 алмазных монет, потом еще 7 алмазных монет вам нужно, чтобы купить одну вот такую, и, в принципе, вот, то есть, если у вас есть какая-то темка, которая вам не нужна, вы продаете и покупаете другую, то есть, ну, еще немного своих коинов туда вам нужно, но все же можно купить. Вот тут у нас, ребята, такой еще небольшой магазинчик есть. Тут вот это, продажа одежды. Тут есть большой выбор одежды. Вот. Она недорогая, то есть, если считать. Сет стоит 40 алмазных монет. У нас 1,5 стака. То есть, сет вы можете себе набить приблизительно там за сколько? За минут 10, если не меньше. Тут есть любые сеты на выбор, которые только были, которые только вообще есть. Сет ассасина. Фух, и тут. Тут еще есть вот такие сетики. Бронзовый и изумрудный. И тут тоже есть бандит, ниндзя. Корона даже продается, но корона дорогая. И, в принципе, вот так. Вот такие небольшие изменения на сервере, да, то есть добавили темки, добавили продажу одежды, и у нас там, кстати, ну, как я говорил, строится вот этот. Строится арена, но как бы еще до конца она не достроена. Сейчас, ребята, можно сказать, я не очень прокачиваю покемонов, я их не очень так ловлю, только если, например, где-то там есть шайни покемон, то его можно вот так попытаться словить. Плюс к тому, потому что сейчас же идет постройка, да, сначала нужно сервер довести до того, чтобы на нем было комфортно играть, чтобы не нужно было возвращаться к каким-то постройкам. После этого уже можно и будет начать прокачивать покемонов полностью.
Мне кажется, это будет нормально. То есть сейчас, если я вот так иногда на кого-то нападу марштомпом, то это, в принципе, уже нормально. Тропинч у нас тоже 31 уровень. Его тоже можно прокачать. А вот остальные, которые у нас там есть, шайни, я их еще и не прокачивал, потому что у нас и экспешеров нету. И это, можно сказать, долго прокачиваться. Поэтому, ребята, пока что... Нет, ну, можно сказать, и времени на то нету, чтобы прокачаться. Потому что сейчас есть немного другие занятия. Это постройки, это добавить магазины, которые не хватают. И, в принципе, да, вот это. Давайте сейчас продадим, что у нас там есть. Еще что я хотел сказать, только не нападай. Зараза. И что я еще хотел сказать, ребята. Не забываем, что вы можете выиграть и бесплатный пропуск на этот сервер. Как? Заходите в описание, смотрите, что там и как вы можете купить пропуск на сервер. А если вы хотите выиграть бесплатный пропуск на сервер, еще раз повторяю, ребята, что бесплатный пропуск на сервер — это раз в 10 дней разыгрывается призовое место. Кто выиграл, тому выдается пропуск на сервер на 1 месяц. И так у нас каждые 10 дней, то есть получается в месяц у нас 3 человека выигрывают бесплатный пропуск на сервер. Как принять участие в этом конкурсе, в этой... Ну да, не в акции, а можно сказать в конкурсе. Вам нужно зайти в группу ВКонтакте, даже ссылочка есть в описании на ту тему, где вы можете подать заявку. И подать заявку, и может вы выиграете, ребята. Так, кстати, тут что-то изменилось? Тут было перепутано вот это... Вы продавали вот эти шмотки, а не покупали, сейчас уже как бы наоборот. Тут я убрал продажу фосила, потому что тут нашлись такие, которые на нем так барыжили, что это сдуреть можно. В океане же куча фосилов с этими новыми версиями. И тут был один человек, который себе за пару часов набил стак фосила, ребята. Просто прикиньте, стак фосила за 3 часа в океане. Не в шахтах, а в океане, по дну вот так ползал, в самом низу в океане, и добывал себе фосил. За 3 часа стак фосила. А фосил тут продавался приблизительно, ну, где-то за монет так чуть-чуть меньше, чем 15, то есть где-то 10, допустим. Стак фосила — это уже, ребята, сколько алмазных монет, это просто сдуреть можно. Когда я посмотрел, у него было больше, чем стак мастерболов. Вы прикиньте, ребята. Но вот сейчас вот это мы запретили, потому что это реально немного читерство. Короче, сначала как я хотел это сделать? Чтобы, например, вы ходите, да, там нашли какого-то там, например, Анорита, да? Вот, отлично, у вас есть Анорит, тут вы его сделали, все, у вас есть в команде Анорит. Потом вы ходите, нашли еще один фосил. И у вас оказался опять Анорит. Но не продавать его, не выкидывать его. А что делать? Вы можете просто пойти, так же как с темками, продать тот фосил там за 10 монет, добавить там 5 своих монет и купить другой фосил, который вам нужен. То есть немного добавить своих монет, то есть продать фосил, добавить монет и купить тот фосил, который вам нужен. Но я говорю, такие люди нашлись, которые не делали то, что обменивали фосил, да? А делали то, что... Как вот этот чувак за пару часов себе стак фосила надыбал, пошел, обменял вот это все, заработал пару стаков алмазных монет, накупывал себе всего, чего нужно, и все. Но вот такое уже запрещено, то есть это уже запретили, потому что это действительно читерство, можно и так сказать. Потому что если вот так продавать, то это не то, что читерство, то есть это разрешено, да, любой может пойти в океан, добыть себе кучу фосил, а потом попродавать. Но это было рассчитано не на это, а на то, что если вам не нужен фосил, то вы его можете продать и купить другой. А те, кто добывают стаками фосилы в океанах, то, можно сказать, не то, что не думают о других, потому что другим тоже нужен фосил, а просто они видят самую легкую дорогу, чтобы заработать кучу монет, идут, находят кучу фосилов, продают и вот делают себе большие стаки, много стаков вот этого всего фосила. Что еще изменилось?
изменилась продажа Rare Candy. И добавились ультраболы, потому что я забыл добавить ультраболы. Но сейчас мы можем себе купить за 20 золотых монет 3 ультрабола. То есть более-менее нормально. И как было раньше, ребята. За стак золотых монет вы могли купить 2 Rare Candy. За стак золотых монет. Сейчас уже 4 Rare Candy. То есть на 2 Rare Candy вы уже можете купить за стак золотых монет. И это, в принципе, такая нормальная стоимость и сумма. То есть за стак золотых монет 4 Rare Candy. Еще, ребята, что изменилось? Изменилось то, что сейчас уже вы можете спавнить легендарных птиц. То есть разрешены были орбы. Вы можете найти, например, там уже много людей нашло вот эти алтари Артикуна, да, то есть уже у многих людей есть Артикуна. Уже вроде даже кто-то находил Молтреса, или Молтреса, или Забдуса, нет, вроде, хотя не помню, честное слово, ребята, не помню кого. Вы можете уже сейчас спокойно себе спавнить легендарных птиц, даже без того, без покупки, без еще чего-то, то есть в донате, да, а можете, например, пойти где-то выбить или купить орб, прокачать его, пойти в найти алтарь где-то, кстати, где-то он тут был, даже около спавна, или мне кажется. Ну, где-то он был, я помню, то есть... О, во! Ща. Где-то он тут был. Ну, то... Еще что, ребята! Ща, вот там как раз глиняный биом. Как раз, вы может, уже и заметили. Где-то я видел тут алтарь, но... Тут куча алтарей уже использованных и... Вот, тут алтарь один, ребята, вот он. Вот еще один алтарь, то есть два алтаря. Еще что тут есть? Это тоже алтарь, или мне кажется? Ну, короче, есть тут алтари, ребята, и да, люди нашли глиняный биом и сказали мне координаты. Я пошел и открыл себе тоже глиняный биом, чтобы он был на карте, чтобы его было видно. Ну, просто смотрите, вот тут он глиняный биом, и его как раз видно нормально. И можно сюда пойти. Координаты на карте, если что, если вы, ребята, не знаете, где он есть. Еще что изменилось? Кроме того, что можно спать легендарных птиц. Вот. И что я еще хотел сказать, ребята. Вы не парьтесь по тому поводу, кто тут играет, кто тут хочет играть, кто тут сможет играть, если, например, выиграет бесплатный пропуск да, на сервер. Извиняюсь, ребята. Например, вы можете сказать, а что делать тему, кто не нашел арбы, не нашел алтари, а другие алтари уже как бы были использованы, да? Ребята, не переживайте по этому поводу, те алтари, которые были использованы, через какое-то время я заменю там алтари на свежие, то есть на новые, где еще ничего не использовано. По этому поводу, ребята, даже не парьтесь, то есть кто-то прокачал орб, кто-то использовал его в алтаре, да? То есть уже больше никто другой не сможет зайти в тот алтарь и заспавнить себе легендарную, ну, какого-то легендарного покемона, да, птицу. Но потом будет такое, что... Да чё ты, зараза, никак не отстанешь. Потом, ребята, будет такое, что мы сделаем... Ну, точнее, потом я сделаю то, что поставлю другие алтари. То есть нормальные, как бы без... точнее не использованные, что вы сможете опять их использовать. По этому поводу даже можно не париться. Еще что? Еще будет, ребята, разрешена посадка априконов. Она будет разрешена, да, чуть-чуть позже. Вы сможете садить априконы, потому что сейчас нельзя, как я помню. Но в скором времени она будет разрешена, то есть вы сможете зайти, обычно посадить априконы, если вам нужно, если вы не хотите покупать в магазинах покеболы или еще что-то. Точнее, посадить априконы и выращивать себе априконы и делать вот эти покеболы, да. Так что можно продать вот это, можно продать, еще потом сахар нужно добавить, потому что я забыл его добавить. И давайте продадим алмазики. Алмазики, 1, 2, 3, ну, 20, нормально. У нас почти 2 стака, то есть я еще, в принципе, не играю так, чтобы прям играю, да, потому что, говорю, нету времени, и сейчас делается другое. Но, все же, ребята,
Я еще рассказал, как вы можете зайти на сервер, как вы можете поиграть на этом сервере бесплатно или купить пропуск на этом сервере, который, в принципе, сказать, не очень дорогой. Но все же, ребята, давайте на этом закончим, потому что как раз вот сейчас рестарт сервера. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.